Всем привет, с вами Техномания. Все самое интересное из мира науки и высоких технологий. В студии Влад Медведев. Все аккумуляторные батареи имеют очень хорошее свойство – разряжаться в самый неподходящий момент. Тогда приходится ставить мобильное устройство на зарядку и бегать кругами в ожидании того, когда оно зарядится. Чтобы сэкономить ваше драгоценное время, израильская компания StoreDot разработала специальный биоорганический материал для использования в аккумуляторах. Он сможет зарядить ваш смартфон всего за полминуты. Новый материал состоит из частиц, получивших название NanoDot. Что же это такое? Это химические синтезированные биоорганические пептидные молекулы. Крошечные частицы, которые помогают улучшить емкость и производительность электролита. Причина долгого времени заряда батареи в том, что при заряде вы буквально поворачиваете вспять химическую реакцию, которая происходила при разряде. Наноточки, разработанные StoreDot, значительно ускоряют этот процесс. В настоящий момент компания StoreDot оформляет патент и готовится начать массовое производство материала в конце 2016 года. Успешный выход технологии на рынок будет означать нечто большее, чем просто уменьшение времени заряда наших сотовых телефонов. На площадке по коллективному сбору средств Indiegogo был запущен новый проект под названием RufusHub. Их можно назвать полноценным коммуникатором, который отличается от других умных часов полноценным функционалом. RufusHub представляет собой наручные смарт-часы с большим мультисенсорным дисплеем диагональю 3 дюйма и расширением 400 на 240 пикселей. Они могут работать как в связке с мобильными устройствами на iOS и Android, так и как самостоятельно полноценное устройство. С их помощью можно даже осуществлять голосовые вызовы, общаться в социальных сетях и слушать музыку. Также часы следят за физической активностью своего владельца. Корпус часов изготовлен из поликарбонового пластика, защищен от влаги. Кожаные или полимерные браслеты различных цветов можно менять под настроение. Часы RufusHub оснащаются мобильным процессором 2 или 4 ГБ оперативной памяти, в зависимости от комплектации. Встроенный флеш-накопитель на 16 ГБ, фронтальной камерой с диодной вспышкой, гироскопом, микрофоном, динамиками и GPS-модулем. Также заявлена поддержка беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. Пока RufusHub находится на стадии сбора средств. Благодаря пользователям Indiegogo на сегодняшний день удалось собрать более 146 тысяч долларов. Для начала массового производства разработчикам необходимо 200 тысяч долларов. Популярность 3D-принтеров растет, однако они не получили своего распространения из-за того, что они дорого стоят. Решить эту проблему представил американский стартап, представивший дешевый 3D-принтер. The Micro – это, как утверждают его разработчики, самый доступный на сегодняшний день 3D-принтер. Кроме того, он еще и наименее шумный из всех ныне представленных на рынке принтеров для объемной печати. Устройство представляет собой компактный куб высотой 18,5 см и весом 1 кг. The Micro отличается низким уровнем энергопотребления и подключается через USB к любым компьютерам на Windows, Linux и Mac OS X. С помощью принтера можно распечатать различные небольшие объекты, в том числе декоративные статуэтки и даже посуду. Для начала массового производства принтера требуется 50 тысяч долларов. Эта сумма была собрана всего за 11 минут, и к настоящему моменту пользователи Kickstarter пожертвовали на реализацию проекта более 2,5 миллионов долларов. Поставки в 3D-принтера авторы рассчитывают начать уже в конце этого года. На этом все. С вами была Техномания и я, ведущий, Дядя Влад. До новых встреч. Пока!